игра «Арсена» — это главный герой фильма «Районы», и этот фильм, мне кажется, про человека, на котором держится наш мир сейчас, потому что он очень смелый, очень храбрый, и он видит цель, которую он в будущем добьется. Я надеюсь, что многие люди в наше время, посмотрев этот фильм, они возьмут с него пример. Я хочу именно отметить сцену с посылой, было очень тяжело, и сцены драки тоже тяжело. Каскадерский гнев, я научился беспалевные удары бить, когда даже не можешь. Ну, я научился бить так человека, как будто он увидел то, что он увидел удар, но при этом ему больно не было вообще. Сюда? Мои районовские друзья вместе со мной играли некоторые даже. Жан тоже, он основной герой, он с моего района, мы вместе пришли на кастинг. Ну, тяжело сказать сейчас. В наше время все районовские пацаны. Раньше, если честно, до фильма, я считался районовским пацаном, но после того, как я снялся в нем, я считаю, что я далеко не районовский пацан. Потому что тогда было очень тяжело жить. И районовские понятия были совсем другие, как сейчас. Так что, мне кажется, я не могу так сказать даже. А этот фильм не оставит равнодушным никого, мне кажется, кто посмотрит. Самый запомнившийся момент, наверное, был, когда мне был крайне сегодняшний день, и приходили в ночь, и в ту ночь я не мог поверить, что это все, что мои сегодняшние дни на это закончили. Как вы считаете, что ждет зритель сегодня вечером? С какими эмоциями он будет? Скорее всего, новый формат кино. Ханага вместе с Хасаном Мага, нашим оператором, сделали очень новый формат картинки. Рассказали историю. Так что в первую очередь, я думаю, зрителя ждет большой экспириенс. Посмотрим на отечественное кино. Я думаю, этот экспириенс будет хороший. Что люди выйдут и впечатлят нашего труда. Добрый вечер. Спасибо, что пришли, уделили время. Да, сегодня мы представим вашему вниманию наш фильм «Районы». Это первый наш продукт в рамках нашего фонда «Астана Film Fund», который мы учредили в конце 2015 года с банком «Астана», с компанией KCG, Эрнар Курмаш, и вот компания «Сатайфильм». Вот, значит, долго мы очень искали тему, как, что будем снимать. Привлекали очень много людей, сценаристов. Хотели вначале привлечь, и я думаю, в перспективе мы это реализуем, привлечь еще и других. То есть я хотел выступить как продюсер на этом проекте, на первом проекте. И мы искали очень долго тему, что мы будем делать, потому что мы рассматривали несколько синопсисов очень интересных, на мой взгляд, в разных жанрах. Но в итоге, когда вот мы где-то месяца два, наверное, все это взвешивали, остановились на том, что будем делать вот такую вот молодежную драму, и режиссером буду я. Что касается фильма «Районы», значит, как бы автор идеи, наверное, хотя мы решение приняли коллегиально, что будем ее экранизировать, так как я расскажу немножко там предысторию, что имею очень много друзей алматинцев, которые, когда рассказывали про свою юность, все эти рассказы как-то напрашивались прямо на экран. И вот, слава богу, сегодня это возможность, сегодня мы посмотрим, что из этого вышло. Как-то в двух словах вот так вот. Это было очень незабываемо, и я получил очень много опыта не только для своего актерского мастерства, я получил много опыта для своей жизни. Мне кажется. Я сыграла главную женскую роль, девушку главного героя по имени Дина. Это отличница, школьница, одноклассница Арсена. Вот. Надеюсь, вы оцените наши старания, наш труд, и будем ждать ваших отзывов. Мой дебют. Я с детства прям мечтался сняться в кино. Всегда хотел, и тут пришел на кастинг, и тут на тебе пришел. В этом проекте на самом деле собралась команда профессионалов, и каждый человек был на своем месте, каждый человек знал свое дело, свое мастерство на 100%. И да, на самом деле, если брать сравнение с другими командами, которые работал, мне кажется, нет никаких сравнений, потому что такого еще не было в моей жизни. И я думаю, что каждый останется доволен данной работой, потому что каждый здесь сидящий и вообще вся команда там, очень большое количество людей выполнили свою работу на 150%. Размещаемся и приступаем к осмотру. Вообще для меня это роль
отрицательный герой. Потому что когда мне предложили такую роль, я с удовольствием согласился. И если честно, можно сказать, я всего работал 2 дня, и за эти 2 дня я очень сильно утомился, потому что все-таки сыграть такого авторитета, оказывается, было очень тяжело. Не так, как я думал. Оказалось, в деле очень тяжело. Ой, знаете, я на себя смотреть в экране не всегда было тяжело. То есть, не знаю, когда я вижу себя на большом экране, я сразу такой, ой, черт. Да. И всегда, конечно, выявляю там ошибки. И стараюсь в следующий раз не делать таких ошибок. Ну, как вы считаете, фильм удался? Людям он понравится? Мне кажется, на 100% людям понравится. Особенно ребятам в возрасте 30 лет, 40 лет. Мне кажется, все алматинцы, все пацаны через это проходили. Мне кажется, каждый зритель, когда посмотрит эту картину, они где-то что-то в чем-то увидят себя. Все нравилось, но я сама не алматинка, я из очень маленького городка, и я росла немного в других условиях. И вот рядом со мной сидела моя подруга Самалая, она вот мне рассказывала, что да, так оно и было, что она была из такого-то района, и вот так вот примерно все происходило. И я нахожусь сейчас под впечатлением, потому что как с середины фильма начало развиваться, это, конечно, круто. Хочу отметить очень сильно. Данияр Алшинов, Жанлюс Айбасов и Асель Сагатова. На самом деле все актеры умнички, но я по впечатлениям именно от этих 3 героев. Аселька была очень гармонична, и кажется, тут такие роли, я была очень удивлена. Жандос я просто не узнала, это мой хороший друг. И Данияр Алшинов, я с ним познакомилась совсем недавно, буквально неделю, наверное, назад. Он снимается в нашем новом проекте, играет моего супруга по фильму. Вот я буду рада за ребят. И, конечно, задаю большой-пребольшой молодец, потому что фильм крутой. И я вижу, что в нем должно быть продолжение, и я буду очень ждать его продолжения. Я сейчас до сих пор под впечатлением. Вообще до деталей передали атмосферу, допустим, даже вот момент драки идет, и она на фоне, допустим, Шоко, типа, не опускай руки, даже вот в таких мелочах они передали именно тут районскую, пацанскую атмосферу. Актерская игра понравилась, особенно вот Шакенте. Шакенте, это же Шарип, да? Шарип, да. Ну, прям вот тонко все передавал нюансы, вот это настроение чувствовалось. Главный актер тоже, я знаю, что он не актер профессиональный, но несмотря на это, тоже я ему верю, это было здорово на самом деле. Потом вот эта вот съемка нового формата, одного плана, или как это называется? Одноплановая, да? В один кадр. Ну, получается, когда оператор ходил тоже, она была новая, это было интересно. Ну, мне кажется, фильм получился реально на славу, и это стоит посмотреть.